от седовласых вершин Кепеза и Шахдара, от вечно зеленых долин Ширвана и Мугани, от нашего синего бакинского неба, от бурных волн Каспия, от нашего лучезарного советского Азербайджана, я хочу поздравить всех советских людей, каждый очаг, каждый дом, каждую семью с великим праздником. Сау олун азиз достар! Сегодня у нас сидит ровесник октября, человек, который родился тоже 7 ноября. Это популярный в нашей стране композитор, наш друг, товарищ, которого мы все очень любим, Тофик Кулиев. За вечное цветение, за вечную юность нашей прекрасной страны. Славу сегодня пою, пусть всегда цветет весна в нашем священном краю. Славлю вас сотня на речи, гордо сиятаю. И когда не погаснет свобода, та звезда, что тобой для народа зажжена, и она все ярче сияет земле твоя звезда. Когда не погаснет свобода, та звезда, что тобой для народов зажжена, и она будет все ярче сиять, земле твоя звезда.